Пользователи Samsung Galaxy S8, S8 Plus и Note 8 скоро подключат к открытому бета-тесту One UI на базе Android 9.0 Pie. Уже давно известно, что новая графическая оболочка One UI на базе Android 9.0 Pie в ближайшем будущем станет доступна на смартфонах Samsung Galaxy S8, S8 Plus и Note 8, которые были флагманами южнокорейской компании в 2017 году. Однако теперь в сети появились доказательства того, что перед выходом финальной версии прошивки пользователи Samsung Galaxy S8, S8 Plus и Note 8 смогут принять участие в ее открытом бета-тестировании. Прошивки под номерами G950XXA4JA1, G955XXA4JA1 и N950XXA5JA1 уже проходят стадию закрытого бета-тестирования. Судя по номерам, речь идет именно о вышеупомянутых смартфонах. Аналогичным образом были пронумерованы бета-версии One UI на базе Android 9.0 Pie для Samsung Galaxy S9, S Plus и Note 9. Очевидно, что открытое бета-тестирование на позапрошлогодних флагманах должно начаться в ближайшее время, так как, согласно официальному графику, финальная версия прошивки должна появиться на этих смартфонах в середине февраля. После выхода прошивки на Samsung Galaxy S9 и S9 Plus пользователи столкнулись с некоторыми проблемами.